попытаюсь вкратце рассказать, в чем сейчас дело. Короче, один раз играли с Хаибом баскетбол, и он обещал Хаибу, и Хаиб Шарипу обещал, если ты выиграешь сегодня, я тебе пожизненно кофе буду бесплатно, одну чашку дам. Подожди, а как ты ему отдал кофе, который тебе положено? Я ему продал за 500 рублей. Это вообще халал или нет? Он там берет и мне. Сейчас почти 10 часов Шарип пришел за своим кофе. Если я каждый буду продавать, будет 15 штук в месяц. Там забрал. Кой забрал, и я из этого не стал его напрягать. Жизнь взял, что ли? Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Я что, звонил? Ты же был там. Сделаешь одну царапину, торчишь 2500. Завтра я ем барба, давай. А, чё? Давай, я это... Чё? Супьяна не разрешается. Вот это, чтобы он кому-то вызов кидал, и потом это... Вызов же есть, он... Да, зачем ты фитнес делаешь? Сколько? Сколько раз ты Амру сушил? Слушай, смотри. Амру. Я ем барба завтра. Слушай, когда он мне проиграл, вот это вся толпа. Ислам, оставим как пау фо пау, но другие, да, молодые, есть, они никто шара не тянет, шары на люди, есть, шары через две недели бой. Если я тебе чек скинул, ты махаться пришел бы тот день. Ты видел, а таких умах, знаешь, сразу вот такой. Походку смотри, да, летаем, походку. А его походку смотри. Шара, ты куда идешь? Ты этот, ты железно каждый день свой кофе забираешь, да? Надо успеть, пока не закрылось. На такси больше деньги уходит, чем сюда прийти за кофе. Рядом был, надо по-любому зайти, нет? На уровне, да, Ислам? Сейчас можно, да? Да, ладно, сейчас можно. Скажи, дай что-нибудь, Мислав. Сахар, саламатлы. Полмайма. А я на погоду? Что сказать, погоду, рахатнинский. Амир тоже тепляк поймал на хате. Смотри, с понтом что-то делает там. Свет включает, будет. А так здесь бульон есть, мощный. А, еще и да, у нас. Здесь горяченький бульон такой, смачный. Можно этот, хинг сварить сейчас. А Садам не хотел сюда идти. Ты можешь идти, Садам. Ничего, скоро мне платить будет, чтобы меня увидеть. Сейчас пока не дается.
вот пришел к капитану, инспектор уже. Say hi to your followers, Inspector Smith. And why you don't go to your Instagram? Приятного аппетита. We're back or what? Ну, такая чистота после каждой тренировки. Спасибо нашим техничкам, которые постоянно за нами убирают. Ой! Со скорости снял, да? Да, зачем только пришел на тренировки, как ходить? Нельзя заработать. Ты же утром... Там в том зале спарринги делал, нет сегодня? Сегодня не делал, да? Break it up. Oh, he got you back. Let's go. Look at this guy, man. Blood. That's what you call a real fighter, right here. Сасун поехал в Америку с Аиром, чтобы о нем заботиться, понял? Лесогонка, все дела. И свои ключи все тащит Аир и забыл, короче, ключи. Как оцениваешь ты?